Даже с прогрессом мобильных технологий на рабочем месте бумага все еще важна в бизнесе. Но что происходит, если вы должны напечатать информацию, в то время как вы вдали от офиса или далеко от вашего рабочего места? Обычно пользователям пришлось бы вернуться к своим рабочим местам, чтобы заново отправить задание на печать, в то время как для гостя это было бы почти нереализуемо из-за ограничений, установленных отделом ИТ. С Uniflow архитектура единой платформы позволяет менеджеру ИТ решать, каким образом могут печатать пользователи или гости, независимо от того, где они или какое устройство они используют. Это означает, что гости могут отсылать задания печати, не являясь частью местной сети. Пользователям и гостям можно предложить несколько способов отправки заданий печати через Uniflow. Помимо традиционной печати из среды Windows или Mac, задания печати могут также быть переданы через веб-страницу, по электронной почте или из приложения на мобильном устройстве. После того, как пользователь или гость идентифицировал себя на принтере Canon, у него появляется возможность предварительного просмотра задания и добавления любых параметров конечной обработки, таких как двусторонняя печать или скрепление, прежде чем реализовать задание. Все задания печати, независимо от того, как они были отправлены, учитываются в статистике и бюджете, гарантируя полный контроль за стоимостью, не подвергая угрозе безопасность сети. Для данной компании менеджер ИТ принял решение позволить гостям осуществлять печать, посылая электронное письмо на адрес, который он настроил заранее. Гостю приходит ответное письмо с уникальным кодом, который открывает доступ к принтеру и возможности реализовать задание.